Летчикам там хватает профильной работы. Вот я помню, когда-то однажды летел в авиакомпании, ну, на борту авиакомпании Transair, которая когда-то была. И перед взлетом, ну, летчик приветствует КВС пассажиров и говорит там, ну, я не помню сейчас фамилию, но он назвал свою фамилию, и я такой думаю, елки-палки, да, вот, ну, может, это тот, кого я знаю, там, ну, с одного там полка. И когда бортпроводница проходила мимо, я спрашиваю, девушка, можно вас? Она, да-да. Я говорю, а у вас командир не военный в прошлом? Она меня посмотрела и говорит, да вы знаете, у нас больше половины военных, поэтому как-то мне сложно сказать. А, это следующая песня, она новая. Мы не спеша на эшелоне идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг, ведут себя не по уставу. Бортпроводницам пристают. Мой командир откроет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет, вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав. Ведь вы теперь гражданский летчик. Промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик. Зато как прежде в небесах. Покуролесить бы над точкой. Железо спиной сидит народ. И нож куда-то сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Не сбежать с телефоном встречи. Знать потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут, как там у Маркса в «Капитале». Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке аплодирует салон. Копченые с югов,
три роты личного состава, из дьюти-фри напитки пьют. Ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Ну, чисто для меня, я считаю, что тут есть, конечно, некоторое несовпадение в этой песенке, потому что устав и авиация – вещи такие трудносовместимые. Ну, очень уж хотелось так вот добавить контраста, что ли.